Для ранневесеннего опрыскивания деревьев, а также кустарников, я буду применять карбамид, или по-другому называется мочевина. Для приготовления раствора нужно взять 700 граммов мочевины, растворить 10 литров воды, после полного растворения мочевины для усиления эффекта и расширения спектра действия этого состава добавляем медный купорос. Этот состав эффективно борется с большинством заболеваний, таких как парша, манилиоз, коккомикоз, гнилостные заболевания. А также это средство активно уничтожает яйца и куколки, вредители. Кроме того, этот состав насыщает растения азотом и таким образом способствует хорошему старту весной. Кроме того, этот состав задерживает примерно на неделю распускание почек. Этот раствор весьма агрессивный, поэтому его нужно применять только до распускания почек или осенью после опадения листьев. Обработку лучше проводить, когда стоит тихая, безветренная погода. Обрабатываем также кустарники, виноград. Также обрабатываем.